Я недавно узнал о такой как бы способности пшеницы к сверхчувствительности, когда, к примеру, пшеница или другая культура может в целом справиться с какими-то инфекциями самостоятельно. Иногда, когда появляются такие вот пятна, нам кажется, что это болезнь, она будет прогрессировать. Но на самом деле это уже локализованная болезнь самой пшеницей самостоятельно. То есть точка как раз в серединке и по краям такая вот каемочка, сухое пятнышко, то есть идет локализация, уже не будет распространения. То есть в целом пшеница способна удерживать какие-то болезни самостоятельно.